Молодая востребованная звезда российского кино без актерского образования к своим 22 годам уже имеет несколько лет стажа и успела сняться более чем в 40 фильмах и сериалах. Узнаем подробнее, откуда взялась эта прирожденная актриса и чем занимается помимо работы. Активное детство родилась Людмила Сивоцкая 3 декабря 1998 года в Киеве. Но она, по ее словам, совсем не ощущает себя Людмилой, а вот сокращенное имя Мила пришлось ей впору. Той, кем она есть, Мила стала благодаря своей маме, которая водила сына и дочь по всевозможным кружкам и спортивным секциям. И училась девочка не в обычной школе, а в гимназии с углубленным изучением английского, немецкого и итальянского языков. 4 года Мила занималась бальными танцами и стала даже чемпионом среди юниоров в Украине. Потом занялась вокалом, пела в группе «Флешки», с которой стала финалисткой детского Евровидения в 2011 году, участвовала в украинском «Голос». Девочка участвовала в конкурсах красоты, училась в модельном агентстве. Так, в 8 лет она стала мини-мисс Киев. И потом ее пригласили вести детский конкурс «Осторожно, дети». Впервые в кино снялась также в 8 лет, в картине «Гений пустого места». Потом было несколько эпизодических ролей. Затем одна из главных ролей в фильме ужасов «Синевир». При всей этой занятости Мила не успевала ходить в школу, и была на домашнем обучении. И окончила гимназию экстерном. Кинокарьера Миле посчастливилась сниматься не только у себя в Украине, но и в России. А началась ее карьера в нашей стране с роли в «Последнем богатыре», который стал самым кассовым фильмом в российском кино. Сильными ролями являются роли в мини-сериалах «Нити судьбы», «Раненое сердце», «Цветы дождя» и, конечно же, в сериале «Грант». Видимо, актерское образование действительно играет не самую главную роль в выборе режиссерами претендентов на роль. Так, Сивоцкая после школы предпочла не тратить годы на театральный вуз, а продолжила сниматься. И роли-то не самые плохие. Тут и фэнтези-сказка «Последний богатырь», и мелодрама «Цветы дождя», и комедия. О себе же как актрисе, Мила говорит: «Я пока не почувствовала, что я настоящая великая актриса. Это очень громкое звание. У меня нет такой работы, которой я очень гордилась бы, чтобы дать себе такое описание. Его нужно заслужить». Личная жизнь – интересная история знакомства Сивоцкой с ее бойфрендом, имя и деятельность которого она не раскрывает. Это произошло 2 года назад, накануне Нового года. Милу пригласили на съемки в «Вечерний Ургант», и она в аэропорту хотела выпить кофе. Но не было наличности, а карты в кафе не принимали. Так, следующий за ней в очереди молодой человек угостил Милу, взял номер телефона и очень удивился, когда увидел свою случайную знакомую потом по телевизору. «Всем, кто переживает за мою личную жизнь, не переживайте. Почти 2 года я самая счастливая девушка в мире. Его нет в Инстаграме, и я не скажу вам, как его зовут. Личное – это личное. Чем еще занимается, когда у Милы был кондитерская на дому? Она сама обожает сладости и неплохо печет всякие торты и пирожные. Но с увеличением занятости на съемках пришлось оставить это дело. А еще у актрисы есть свой магазин косметики. Даже в период карантина Мила не страдала от бездействия, съемки продолжались. Вышло уже 4-го сезона сериала «Грант». Не считая 4 десятка ролей в кино, собственного магазина, наличия заработанного автомобиля, в остальном это обычная 22-летняя девушка. Или все же не совсем обычная? А вам нравится эта обаятельная актриса? Все началось с того, что она привезла подругам под заказ косметику из Амстердама, продала, а разницу с tax-free оставила себе. Потом нашла оптовиков и зарегистрировалась как предприниматель, открыла магазин в Киеве. PS, завтра 4 декабря, именинницей будет американская супермодель Тайра Бэнкс.